Время летит, когда получаешь удовольствие. Так это, займем немного времени. Так, почти в это же время ты попал сюда. Это безобразие не исчезнет само. Но где бы ты меня ни увидел, подходи, и я дам тебе совет, поскольку я знаю, что он тебе понадобится. Помни, рыбалка считается спортом. Теперь внимание, кот. Чтобы поймать существо, стреляй по пузырям из своего зонтика. Забери его. И когда попробуешь в следующий раз, ты будешь стрелять по существу, как по цели, вместо обычного потока пузырей. Золотая рыбка – существо, которое переходит в другую жизнь через канализационную трубу. Окей, я постараюсь говорить простыми словами. Перед тобой красный и белый торнадо. Прыгни на него, и ты поднимешься высоко в воздух. Не скажу, куда ты приземлишься, но, наверное, это будет не Канзас. Великие слова от того, кого вечно прикрывают у драка. Гони, детка, гони! Быстрей! Ты не пробовал просто прочитать инструкцию, кот? Ладно, это деревянный ящик. Чтобы добраться до сокровищ внутри него, тебе его надо открыть. Чтобы это сделать, ты можешь бросить его или поджечь на нем что-нибудь, что ты поймал своим зонтиком. Странно думать, что ты в конце пищевой цепи. Куски пирога. Если у тебя оторвали кусок здоровья, ты можешь съесть его и вернуть потерянное здоровье. Помни, рыбалка считается спортом. Кот! Слушай, кот, потому что это очень важно. В этих странных мирах установлены камеры. Проходи мимо них, чтобы получить свою фотографию. Тогда ты сможешь снова появиться здесь, если потеряешь одну из своих кошачьих жизней. Одна рыба и так много рыбных ресторанов. Кроме того, что ты под зонтом останешься сухим, он позволит тебе взорвать существа в пузырях, планировать над пропастями и пролетать на дальние расстояния. Если ты подпрыгнешь, ты сможешь открыть зонт и планировать. Запомни, зонт может действовать только определенное время, а потом ты просто упадешь на землю. Постарайся быть не очень далеко от нее. Одна рыба и так много рыбных ресторанов. Берегись огромной кукушки, которую тебе придется избегать. Это будет забавно видеть, как птица поедает кота. Но это не ускорит уборки дома. Одна рыба и так много. Это целый кекс. Съедая его, ты восстанавливаешь свой кусок жизни полностью. Ты точно ищешь внутренность шара? У тебя снова проблемы. Почему это меня не удивляет? Чтобы прыгать выше, ты можешь пользоваться батутом. Постарайся не ушибиться. Я уверен, что ты плаваешь задним ходом, чтобы просто не было скучно. Думаешь, что ты наткнулся на деревянную стену, кот? Ну, для такого замечательного разума, как мой, тут всегда есть выход. Деревянный блок можно подвинуть, ударив его. Или ты можешь взорвать его чем-то при помощи зонтика. Золотые рыбки лучше всего...
Эта клепка, если ты ее подберешь, то сможешь получить доступ к разным приключениям по фильму в галерее. Я все время забываю, что едят коты. Это большое красное сердце. Если ты его подберешь, ты получишь еще одну кошачью жизнь. Ты не по-настоящему золотая, ты больше похожа на простой апельсин. Берегись птиц со всасывающими клювами. У них есть тенденция нырять, клевать первыми все, что находится под ними. Если не дай бог, ты с ними столкнешься, я бы рекомендовал бежать! Я уверен, что ты плаваешь задним ходом, чтобы просто не было скучно. Так, тебе нужна помощь, чтобы решить, куда идти дальше. Иди к большой ракете и прыгни в нее. Наслаждайся путешествием и попробуй не свалиться. Ты точно ищешь внутренность шара? Сверху есть вещь. Он или она, я не могу тебе сказать точно. Украли один из четырех ключей. Чтобы получить ключ, тебе нужно взорвать их захваченным врагом или шаром Гу. Ты точно ищешь внутренность шара? Еще три ключа, чтобы пройти. Слушай, кот, вот тебе отличный пример того, что я называю липкий шар. Собери их и выстрели ими из своего зонта. Чтобы ни было целью, оно взорвется. Теперь даже ты сможешь понять. А где акула, когда она тебе нужна? О, возвращение кота с низким IQ. Металлические ящики можно разрушить, используя только гушар. Поэтому убирайся и устрой что-нибудь. Это лучшее, что ты умеешь. Гринч стерпел эту обиду? Ха, я так не думаю. Это ключ к решению многих задач. Если ты будешь смотреть вокруг, то увидишь переключатель. Если ты выстрелишь в него, то что-то может появиться или начать двигаться, а ты будешь продвигаться. Я уверен, что ты плаваешь задним ходом, что просто не скучно. Бонусная дверь. Если ты найдешь 4 ключа от вещи 1 и вещи 2, тогда ты сможешь открыть ее и получить дополнительную магию и один из кристаллов, который поможет тебе войти в секретный мир. Гринч стерпел эту обиду? Ха, я так не думаю.
новый мир, теперь ты можешь изучить весь новый мир. В джунгли. Эти желтые меховые шарики выглядят довольно дружелюбно, но если они на тебя приземлятся, то ты об этом пожалеешь. Странно думать, что ты в конце пищевой цепи. Берегись гигантских улиток. У них сзади есть большие ракеты и бесконечные запасы слизи. Великие слова, что вечно принимают страха. Так, тебе нужна помощь, чтобы решить, куда идти дальше. Иди к большой ракете и прыгни в нее. Наслаждайся путешествием и... Так, это будет предупреждением. Избегай пчел с изогнутыми жалами, потому что им нравится только жалить. Так на каком карнавале они тебя выиграли? Еще три ключа, чтобы пройти. Через блоки гунамит, просто брось плунжер и гу взорвется. Так просто, что даже ты сможешь это сделать. Зачем ты еще еду на дне тазика? Thank you.
Если ты видишь крюк, ты можешь подпрыгнуть, схватиться и проехаться туда, куда он едет. Если тебе с ним по пути, то ты будешь двигаться быстрее. А если тебе в другом направлении, то он замедлится. Попробуй, но не жди, что я прибегу, если все пройдет не так. Я, наверное, оставил свои ноги в другом аквариуме. Почему бы тебе не пойти на экскурсию? А, да, ты не можешь. Специальные приключатели. Если на них прыгнуть, ты окажешься в плавающем пузыре. В нем можно двигаться, но если ты прикоснешься к шершавой стене, полу, потолку или любому другому существу, он взорвется. Ты можешь увеличить скорость пузыря или взорвать его, если решишь, что он тебе уже не нужен. Ты не по-настоящему золотая, ты больше похожа на простой апельсин. Слушай, кот, это машина Гу. Если ты бросишь в нее захваченного врага, Н превратится в шар Гу. Он при стрельбе взрывается. Только постарайся не пораниться. Ты не по-настоящему золотой, ты больше похожа на простой апельсин. Ты будешь кормить червей, кот? Никогда еще на одного кота не наваливалось так много. Теперь ты можешь исследовать новый мир, теперь ты можешь изучить весь новый мир. Так, у тебя снова проблемы. Почему это меня не удивляет? Когда в последний раз мыли твой тазик? Быстрей!
Для этих странных зеленых жуков все находится внизу, в основном потому, что им нравится свисать с потолка. Кроме того, их очень сложно взорвать, и ты должен попробовать стрелять в прыжке. Да, мадам, слушаюсь, мадам. Я думаю, что эти странные создания, похожие на рыбу иглу, пытаются перерасти в птиц. К счастью, они умеют только парить. К сожалению, если они приземлятся на тебя, ты узнаешь, что они таки довольно тяжелые. Почему бы тебе не пойти на экскурсию? А, да, ты не можешь. То, что приближается, это взрыв гу. Он похож на шар гу, но если к нему прикоснуться, он взорвется. Поэтому перепрыгуй через них, стреляй по ним пойманными существами или шарами гу, или делай из них часть цепной реакции. Это вообще-то меня не волнует. Мне только надо, чтобы ты убрал то безобразие, которое устроил. Если ты видишь крюк, ты можешь подпрыгнуть, схватиться и проехаться туда, куда он едет. Одна рыба, и так много рыб. Come on.
чтобы пройти. Thank you.
как ты мучаешься, музыка для моих ушей. Ну, это может быть катастрофа. Едет. Теперь ты можешь исследовать новый мир, теперь ты можешь изучить весь новый мир.